Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение партии за Испанию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. А всем зрителям приятного продолжения просмотра. Так, мне надо в сталеварение. А, нет, давайте в баллистику прям. Да, вот так пойдем. Боже. Молиц на все купил войск. На все деньги. Гуляем на все. Да нет, там еще дохрена осталось. Нет, ты, я имею в виду на все, на всю веру. А. И что, помогло? Не знаю. Ну, смотря чем он пойдет, конечно. Так понимаю, ты к самолетике хочешь? Самолетами хочешь пойти? Нет, конкистадорами. Это мой уникальный юнит, мой самый сильный, я конкистадорами. Бомбардировщик уже. Ну и что? Сколько ты сказал? 65 у тебя на конкистадорах? 67. Купаю летучие отряды, потому что они быстрее всего бегают. Ну 90 это, конечно, блин. Вот, смотрите, Ацтек опережает Мали, но у Мали почему-то сила городов 90, у Ацтека 60. Вот как так играть? Иди на Ацтек и оставь меня в покое. Ага. Не, ну если ты не полетишь самолетом, то ты ничего не сделаешь. Да. Есть, конечно, сейчас там пехотинцы. Наложение в тенет. А так там кистодоры. Там только самолет, но не в тенет. Поэтому самого 60. Чем самолета больше. Ребят, вот Скиф, например, заключает союз с Римом. Ну, то есть, блин, все помогли Риму сделать. Я такой сижу. Несколько ходов надо. Наверное, еще один самолет. Нет, будет сейчас минус 2 и так. Придется двумя самолетами, я не могу.
Что-то мне не нравится, что ты собираешься его захватывать. Ну, тогда давай проголосуем за победу Рима и пойдем спать. Не понял сейчас вот это. Ну а что? Рима? Ну при том, что он победит. Как мне ему сопротивляться, по-твоему? Он забрал двоих, забирает ацтека, а тебе не нравится, что я Мали забираю. Очень интересно. Ну, у меня к нему очень хороший караван уходит. Что? Очень хороший к нему караван уходит. Ну я тебе еще раз говорю, ты хочешь объявить мне войну за то, что я забираю Мали? Давай проголосуем за победу Рима и пойдем. Какой-то странный ультиматум. Это не ультиматум, это очевидное развитие событий. Рим забирает ацтека. Как ты предполагаешь, дальше идет будет игра происходить, если я не забираю Мали? Почему ты не снесешь ацтека или не снесешь Кри? Почему мне Мали? Ну, потому что у меня раньше всего именно с Мали заканчивается союз. Мне ждать сколько еще? 5 ходов, когда Рим заберет ацтек и после этого на кого-то нападать? Очевидно, я поступаю так, как я могу в данной ситуации. Хотя у Мали самые сильные города как раз. Ну, тогда нелогично, потому что у меня только чудеса. Там не только чудеса, но и ресурсы. Два алюминия. Блин, Мали. Не строй Христоса. Нет, он... Короче, тут как бы игра, кто больше построит чудес, то ты победил. Все правильно делает. Кстати, возьмут, у нас есть шоколадные холмы, которые 4 клетки, считай, вот сюда привезти ученого, это будет очень неплохо. Это 7000 золота. Ну да. Но, к сожалению, он еще не вышел в самолет. Со 135 минутки сложно. Надо парочку еще миссионеров, чтобы точно сильные конкистадоры были. Назад.
проблемы нахождения в центре карты. Давайте попробуем вместо бонуса священного места поставить рационализм. Просто интересно, какой плюс будет. Ну, 30 науки. Не скажу, что много. Так, а я, собственно, могу здесь промышленное производство, не, корпорацию на ртути сделать, так? Да. Это к какому городу относится? Это надо к Сарагосе передать. А, блин, не могу, надо было сначала Сарагосе. Блин, тупанул. Молодец. Так, тут нету алюминия в этом городе случайно. Я так понимаю, что один ход... Нет, не простоит. Нет, алюминий в тех городах. Эх.
Не понял, а что это за апостол-самоубийца? Ну, осудите еретика. Блин, даже с Виктором отваливается. Чёрт побери. Тут развлекательный комплекс сделать. Я хочу быстрее в столеварение выйти, поэтому тут проекты еще читаю. Потому что я тогда захватываю город Мали, и там стена появляется. Понимаете? О, блин, там ацтек уже все. Сколько алюминия у Рима было? Два, как я. Три ресурса. Кайф. Четыре ресурса алюминия. Ну, я не думаю, что тут, честно говоря, что-то еще возможно сделать. Что сейчас, ну, я столеварение открою. Ну, ты угораешь, зачем ты собор Василия Блаженного ляпнул в Таудыне? Просто от них я сделал. Ну, ты и гемини, конечно. Что ты сказал? Гений, говорю. То он долго забирает меня, почему-то же надо делать. Все правильно. Я жду, чтобы ты больше чудес построил просто. На самом деле, шикарные города, да. На самом деле я его долго забираю, потому что, собственно... ну, следующим ходом у Алата, например, я забираю, она сразу со стеной становится, но ее уже не отобьет назад. Но это очень долго. Если фильтр чудо-света сделать... Я думаю, что ошибка была именно в тот момент, когда я принял дружбу от Ацтека, после того, как мы закончили. Я не знаю, как тут я мог. Ну, то есть никак. Скиф просто доминирует первые
начало, потому что у него просто эти юниты. То есть мне повезло, что я могу отбиваться. То есть у меня такая территория, что меня не забрать. А вот дальше... Без понятия, как мне надо было действовать. Видите, все, это уже не забирается. И, в всяком случае. О, спасибо за игру. А как сразу эти стены построились автоматически? Стали варенье. Но он уже не заберет, да, понимаете. Единственное, что он отваливается очень быстро, так как один житель всего в городе. И Виктора мне не пересадить, потому что тут тоже... Хотя один. Надо какой-то... Знаете, наверное, Амани пересадим в Уалату. Самая дорогая тут ПТ-команда. Так. Так. Так, пожалуй. Давайте, друзья, спасибо. Да, спасибо за игру. 10 ходов. Должен выйти, в принципе. Я думаю... Блин, туда еще прется, черт. Так, ладно, давайте лучника уберем, мне надо защитить тут. Ну, ПТ-команда просто долго идти будет, или нормально уже? А, значит, попробуем ПТ-командой туда встать. Фига себе, тут два рабочих. Три мне дали, третьего мне дали за то, что я тут встал. Блин, я должен вывести его, кстати, обязательно. Боже, престиж дает всем клеткам.
Не, не могу забрать. Чуть-чуть. Значит, стоим. Так, тут, наверное, отложим один ход на всех этих городах, чтобы сразу зенитки можно было построить. Просто заканчиваем ход. Так, а что там Альфред Нобель делает? Озарение относится к много нового времени или эпохи атома? Ну, предположим. Так, а этот престиж всем клеткам, ну, в данном случае нафиг нужен. Ну и какое... как раз, по-моему, уран. То, что надо. Так, сколько тут сейчас? Минус 19. Так, сейчас у меня, значит, должен алюминий откуда-то отсюда идти, нет? Серьезно? Ну во. А, да, вон два алюминия. Так, значит, поэтому можно сделать еще самолетик в Барселоне. Так, во всех остальных городах зенитки мы делаем.
Большой театр в Уалате. Буду биться до последней капли крови. Молодец. Ну да, здесь самолеты зарешали в эту ситуацию. Да, я тоже считаю, что все-таки лучше проекты на науку читать, чем чудеса строить. Ну, я не собирался воевать, я изначально мог напасть на Кри, даже на тебя мог напасть. Но мог напасть, жизнь. Но как это, ну, напасть ты мог, но сделать ничего ты не мог. Ну, до самолета если напал бы, то я нормально тебя там мог бы это, закуситься с тобой. Я не знаю, о чем он говорит. Честно говоря. Или разграбить. 400. Ух ты, плюс один уровень видимости. Это неплохо. И армия. Ну-ка. Мы должны неплохо так науки получить. Не вижу пока уран. Не, будем тут следовательские гранты. Я сюда зенитку из Толедо перетащу. Следующим ходом у Алата отваливается. Кстати, а с нефтью что? Ну вот тут нефть, это четвертый рай. Вот нефть в Кордове, но я не могу ее обработать. Все, пока. Ну, Мали, если нападать, то ему, конечно, надо было на Кри нападать. Причем давно. Так, я тут везде ему губеров нейтрализую.
Ни одного простого века за всю игру. Все золотые. Красава. Блин, убилась. А. Бывает. Ну вот захват няни, я думаю, Тадмеку, во-первых, должен позволить удержать. Так, стоп. В Тадмеку я ж вроде... Черт, значит, в няни надо отправить. Еще Аудагост и Таудени надо забирать. Охренеть, у меня не территория, конечно, выросла в ней. Только сейчас заметил, насколько она большая. Так. О, у меня уже уран капает. Ну-ка, ну-ка. Да откуда вообще? Смотрим. О, Тимбукту еще нормально. В общем, с ураном у нас нормально. Вообще, я бы, наверное... Я бы, наверное, основал... Инквизицию, чтобы зачистить все города. Зенитную пушку, чтобы для столицы. Так, что тут у нас не обработано сюда.
109 Болония. Попробуй возьми город. Ну, в смысле, даже самолетами обстреливать. Кстати, можно было в Севиле еще понакупать, чтобы корпус сделать, потом этот. Так, Тадмека отвалилась. Блин, куда я выстрелил? Блин, надо не Улат убрать, а вот этот город. Тяжело-то как. Опять. Так, пошли в ядерный синтез прям напрямую.
Не убил. Так, ну мне надо Таудэни обстреливать. Да чё? А, это куплено. Ничего не берется-то. А ну-ка посмотрим, как. Просто интересно, как будет отбивать зенитка. А, она не будет. Потому что он... А, не, он видит. Вот же граница. Что-то четвертый город планируешь забирать, что ты вышел? Так ты можешь выходить, у тебя уже столицу захватили. А, все? Окей. Я думал, надо было ждать больше половины. Все хорошо, поиграли, как обычно. Варвары пришли и культурную цивилизацию захватили. Всем хорошей игры. Спасибо за игру. Так, ну меня радует, что у меня сразу уже уран капает, у Рима, правда, тоже. Проблема в том, что он может в меня кинуть термоядерку, а я в него никак. На самом деле, надо Аудагост захватить. И на этом будет все.
Фак. Так, теперь давайте в Таудене купим кавалерию. Тут зенитки везде стоят, но, видимо, в Сарагосу надо зенитку. Кстати, я бы в Сарагосе торговца сделал. Наверное, будет захватывать этого рабочего, но мне не особо их там жалко. Или может в Барселоне. Так, сейчас гляну. 132. Мне кажется, Барселона у меня вторая по производству. 84, 80. Кордова 85. Давайте в Кордове проект Манхэттен тогда. Ну, Рим улетает. Что, можешь спать? От дальнобойных атак Калдагосту буду
Ну, мне кажется, у меня самолеты и правда не доберутся до него. Так, вот эту... А, меня не надо, конечно, атаковать еще, да. Со мной истребитель, против меня истребители используют. Или нафига мне чинить коммерческий, он мне будет его грабить. Давайте дальше. Скиф зачем-то против меня всю игру действовал, вместо того, чтобы, например, дружить и всячески, то есть не дал мне ацтека забрать. Зато зашибись, Рим забирает ацтека, кайф. Теперь истребители против меня, чтобы засвечивать территорию. А с Римом он в союзниках. То есть он не со мной в союзниках, а с Римом в союзниках. Интересно. Да, блин, Таудмека теперь отвалится. Ладно, давайте. Плю одного инквизитора. Ну, я просто, у меня были миссионеры, я поэтому и распространяю миссионерами. Это, конечно, инквизиторами быстрее. Таудмека по-любому отваливается у Алата. Давайте, может, или в Ньяне лучше. Давайте в Ньяне. Таудень. Вот тут Аудагост мне только мешает.
О, забираю. Зашибись. Так. Засвечу просто территорию. Не факт, что он заберет этого рабочего. Нам надо Аудагост брать именно, потому что у него 20 жителей, и он больше всего тут раздает влияние. Я думаю, сейчас Египет только проголосует. Ой, Египет. Мали. Только Мали проголосует за. Да, Мали все голоса туда влил. Блин. Ну ладно, там Аудагост, я вижу. Так, вопрос, долетают ли самолеты? Нифига. Тут проблема, потому что у Алата уже не отваливается. Так, хорошо. Ну как хорошо? Я только в один город могу перебросить, получается. А Таудени как? Ну, два хода. Ладно, в Таудени давайте. Моя религия тоже поможет меньше отваливаться. И Вуалату. Эти самолеты апнем. А, не еще. Так, знаете что, я тремя самолетами должен Аудагост захватить. Татбека следующим ходом отвалится, несомненно. Оружие, реформа денежного пульса, паровые машины. Чё-то мы втроем радостно в героический век. Наконец-то героический. Компьютеры, системы наведения, ракетостроение. Система наведения, давайте. То есть я в ядерном синтезе раньше Рима, кстати. А... Скиф, а у тебя долго союз еще с Римом? Нет. А ты что-нибудь будешь ему делать? Ну, я подумаю. Что? Я подумаю. Ну, просто ты же понимаешь, что я не могу в него ядерку вообще никак бросить. Вот, дай бог, я сейчас заберу город Мали, куплю там когда-нибудь подлодку и поплыву. Мы просто можем посидеть, посмотреть, как он улетит. Нет, еще Кри есть. Ну, Кри я не думаю, что улетит. Венецианский арсенал. У Кри венецианский арсенал? Да. Ну, Кри, по-моему, во-первых, подплыть не может, а во-вторых, он тупо не открыл ядерки.
Скоро открою. Крия, ты дружить не хочешь, да? Чем-то вопрос на этом. Ну, а смысл дружить? Ну, да, вот это мы. Что тут думать? Так. Или да, или нет? Подмека должна отвалиться сейчас. А вот Аудагост мне очень надо забрать. По идее, должен. Отлично. Кстати, Аудагост — прикольный город с таким количеством чудес. Тут и Галикарнас красиво. Мали сидел, реально чудеса строил. Тут, кстати, минус 9, скорее всего, от городов Кри. Так, и у Алата держится. Ну, короче, Тадмеку осталось забрать. В общем-то. Все путем будет. Так, Рим все еще не в ядерном синтезе. Хорошо. Я просто сидел, никого не трогал. Ну, спать пойдем. Никого не трогал, это когда ты три цивилизации захватываешь. Это когда ты трогаешь, это когда ты всех захватываешь. Я свой город не трогал, и имея 6 бомбардировщиков, которые до него доставали. Ну что ж ты так. Или военный лучше. Кри предложение.
Так, а чё у меня тут Равена сидит? Этот пускай нейтрализует губернатора тогда, а этот найти источники. Он в этом городе поработает потом. Так, идеология следующим ходом, но пока... Что пока-то? Ну, давайте, не знаю, торговые. Ну, соседство... Ящик, вот гражданский авторитет можно. Ух ты, 552. Нормальненько. Да блин. Что нельзя одним макаром сразу показать все, кто... Как-то можно увидеть, сколько производства в городе? Нет, только клеточки посчитать. Ну, я за Кри голосую. Торговые пути. По зданиям есть какие-нибудь предложения? Нету. Да, можно выгодно ускорить. Что? Разница. Угольную можно ускорить. Угольную? Ну да. Так. У Рима 0 дипломатических очков. Вряд ли он там будет. Слушайте, а может Риму запретить наоборот? Он ничего не может сделать. И вряд ли те голосовали, что-то вливали сильно. Отлично. Прошло. Запретить строительство угольных электростанций? Прикол. Так, скидка в апгрейде, бонус кампуса и промышленной зоны.
Так, тут один ход откладываем, я сразу начну проект Иви делать. Ну что? А у Дагос почему-то только минус 2 выдает. Пятьдесят пять науки чисто с веры. Да, слушайте, а вот Дагос прям супер город. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут найти прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!